Друзья, всем привет! Обещала вам сообщить, когда снег в Николаеве закончится. В общем-то, можно сказать, что он закончился. Местами он, конечно, еще лежит. Но вчера у нас было плюс 5, а сегодня нам обещают плюс 6. Солнышко немножко светит, хотя сейчас в дымке небо. Позже, может быть, если посветит солнышко, то растают и остатки. Но дальше обещают опять минус. Не знаю, будет ли снег. Но если прям навалит, то, наверное, будет об этом опять видео. Вот, река вся тает прям. Ну, тут прям вообще водичка. Кроссовки непромокаемые, не переживайте. Тут вон льдины такие лежат еще.